Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня играем за занимательную, замечательную лотерею «Магия звезд». Главный приз, друзья, вот что хочу сказать вам. Очень даже реальный, 200 тысяч рублей, он еще не выигран. И стоимость демократичная в данную лотерею. Приятные цвета, приятные узоры. В данном случае Козерог, главный знак зодиака. И что хотелось бы отметить, друзья, что помимо того, что в этой лотерее можно выиграть деньги, 60% призовой фонд, минимальный выигрыш, кстати, 30 рублей, максимальный 200 тысяч. Здесь еще можно собирать, если у вас вместо денежных призов попадаются знаки зодиака, собираем из них тандемы и меняем на деньги. Друзья, обязательно подпишитесь на канал Технобар Плюс, прожмите лайк данному видео и будет вам удача. Вот увидите. Начинаем играть. Первый билет. Знак рыбы. Ну, рыба это, по-моему, не редкий знак, да. Рыбы, вот они у нас в тандеме на 1000. Поехали дальше. Водолей. Водолей тоже не редкий знак, но он участвует в тандеме на 100 рублей. Кстати, тандем из 100 рублей я уже собирал не один раз. Напишите в комментариях, кто собирал больше тандем. Так, 30 рублей. Билетик сам себя отбил. Отлично. Лев. Лев нередкий знак зодиака. Вот он в тандеме на 3000 рублей. Последний билет. Последний билет нам приносит 50 рублей. Итого, друзья, у нас выигрыша 80 рублей. И, собственно, 3 знака зодиака. А вот как-то так вернул половину стоимости. Но знаки зодиака еще сыграют свою роль. Желаю всем удачи, друзья. Желаю быть успешными по жизни, быть здоровыми, благополучия вашим семьям. Всех обнял.